Такс. Всем привет, да. И я тут немножко похимичил с микрофоном. Все-таки чуть-чуть починил свою старую гарнитуру. Пока старую. Немножко другой звук будет, но то, что я вижу на своей Сейчас мы тут сделаем не беспокоить, чтобы нас не беспокоили. Ну так вот, похимичил я с микрофоном.
Я пока не включил звук. Да. Поэтому я буду слышен по-другому быть и дышать в микрофон буду меньше. И то, что я вижу на шкале индикатора своего микрофона, ну, шумы и все остальное. О, привет, Олегович, кстати, я... Привет, Олегович, привет всем, всем привет. Просто Олеговича очень редко я вижу в своей жизни. Да. А, ну так вот, такое впечатление, что есть какие-то шумы. Вот сейчас я специально музыку, ну, я не специально, конечно, ее вырубил, но ее пока нет. Вот я помолчу немножко, вы проверьте, там шумы есть вообще или нет. Уши уже разваливаются. Починили 2 января, уже уши отваливаются. Вот это плохо. Вот это очень плохо, что они разваливаются. Часы тикают, да? Это плохо. А, плохо в смысле это наоборот хорошо для микрофона, но плохо для нас. Потому что если в дверь зайдет какой-нибудь Виктор... Зато мне, кстати, очень хорошо слышно, я вот так прикидываю. А, ну так вот, если какой-нибудь Виктор зайдет и микрофон кончает трястись. Да, уши отваливаются. Наушники. Да, а если слышно часы, это очень плохо для нас. Потому что если зайдет какой-нибудь Виктор, будет очень плохо. Потому что я не хочу, чтобы вы слышали, как Виктор ругается. И вообще, еще чат ругается. Ой, не чат, а скайп, ладно. А, в общем, блин, вот часы я сейчас сам послушаю. Так. Сейчас уберем. На время. Да, ладно. Это мне совершенно уши не нравится, и театр. У меня уши опять развалились. Понимаете, как хотите, но наушники не работают. И, ну, в смысле, работают, но отваливаются. Ща починим. Вот уху моему будет точно сейчас неудобно, ну ладно. Все, закончили с Виктором, с ушами и со всем остальным, и с эхом закончили. Ой, я ТВ ненавижу тебя. Ну, относительно, конечно. Ой-ой, я уже случайно нажал, и включилась музыка, и все остальное. И прежде чем мы будем... Прежде чем мы будем что-либо делать в этой игре, я выберу слот. И выберу вот этот слот, а не вот эти два. Не потому что здесь 5%, а потому что я не хочу, чтобы создавалась какая-нибудь игра. Потому что при создании игры уже один саундтрек открывается, 5%. То есть всего саундтреков 100 разделить на 5, это будет 20. 20 саундтреков в игре, которые я еще не купил. Ну так вот, не будем засорять свой компьютер информацией, выберем просто пустой слот, в котором ничего, кроме музыки.
Нет, и, кстати, много человек на гейме мне нравится, а уши болят. Да, микрофону плохо, ну ладно. Да. Мы не будем играть ни в какой-нибудь комьюнити левел, не будем. И не будем создавать. А, кстати, покажу вам одну вещь. Вот как-то так, что ли, сделать. Да. Так, клавиатура уже все настроил, как удобней. Мы не будем играть вот эти дополнительные левлы в этом году. Ой, простите, в этом гейме. Не будем играть бонусные левлы, потому что они все закрыты и саундтреки слышать не будем. Поскольку все на YouTube пойдет, я не хочу, чтобы саундтреки вы слышали, поэтому я буду их заговаривать и часы их буду заговаривать еще больше. Ну да ладно. Походу узнаем сюжет. И тут 30 уровней. Ох, ох ты ж, Виктор, даже, по-моему, 40, да? Да, 40 уровней. Привет, Тэшер 1. Я просто не всех в чате вижу, но вижу, что он появился. Может, он-то и до этого был. Разработчики инди-игр. Проблемы у разработчиков инди-игр. Они в проблемах. Повязли по уши. Поехали. Швеция, страна инди-игр. Алексей Маркус, это два талантливых инди-разработчика, кто создал две великолепные игры. И пару месяцев назад, в общем, короче, они представили, хотят представить новую революцию в этой области. И, в общем, много игроков ждали. Просто субтитры очень быстро идут, поэтому я не могу так говорить. В общем, что-то такое. Вот. В общем, однажды к ним постучались двое парней с пушками. Да, использовали психическую атаку и пушки, которые они использовали. И, в общем, посадили их в домик в лесу. В общем, завершите вашу игру, а не то вам будет плохо. На самом деле секретная революция была не роботов, а маленьким-маленьким роботом, который оставался неактивированным в их лаборатории, вот в этой коробочке. Я просто не успеваю читать субтитры, они слишком быстро проходят. Правда, в Японии они моментально исчезают, и там еще быстрее. Но зато ура! Больше читать ничего не надо, но уши все равно болят. Вот этот товарищ... Товарищ, тут, кстати, камера удобно управляется. И тут сундучок, который мы не сможем достать. Товарищ этот робот, которого мы в прошлой игре в общем, с помощью Сикобота мы в него влезали, его чинили. И его подопечных тоже. А теперь у нас немного формат укрупнился, и теперь мы не чиним, а спасаем вот этих вот людей. Ну, кто же еще? Да. А мы можем ломать блоки, вот пока только башкой. Так, бздунь, бздынь, е. А, пока. Пока, Олег Ковалев, ты как-то пришел, ушел, нехорошо. Вот. Ну и бежим им по кнопке F. И что мне больше всего в этой игре понравилось... Это то, что помимо бега F можно использовать кнопку D, потому что вот они так продумали. Да, Nintendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 4 напоминает Марио. Я вообще люблю Марио подобные платформеры, только не такие хардкорные. Ну ладно. В общем, продумали вот эту вещь с кнопками, как можно и D использовать, и F. И это очень здорово. Так, эти мы блоки пока ломать не можем, но не бойтесь. Так, Олегович в чате есть? Есть Олегович в чате, это хорошо. Потому что Олегович любит физику игр обсуждать. Вот тебе новая физика. Тут совершенно другая физика. Совершенно другая. И вот это апгрейд-автомат, который сейчас нас заапгрейдит. Уии! Бумс, бумс, хрюмс, бумс, хрюмс, бумс, хрюмс, хрюмс, бумс. Ну, пришло время озвучить. Раз, 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 раз. Ну, проверка, да.
В общем, микрофон работает, как я вижу. Жаль, нельзя летать, действительно. А вот это уже Алексей Пожитнов говорит. Там был Маркус Персон, это Алексей Пожитнов, который Тетрис сделал. В общем, активация прошла успешно. Тетработ сам себя заапгрейдил. Хорошая работа, Тетработ. И, кстати сказать, ты теперь не альфа-прототип. Тебе нужно быть более умным, чтобы нас спасти. Мы придумали технологию взаимодействия с блоками. Она такая интересная. Так, теперь слушай внимательно этот робот. Ты уже испытал себя в... В общем, испытал свою способность разбивать блоки материи и собирать их. Блоки, которые ты собрал, отображаются в нижней части экрана. Ну, перевод вольный, поэтому он и красивый. Если бы я все дословно переводил, это выглядело как тыр-бр-мыр, пыр-пыр-мыр, оборвал, да. Есть два способа добычи блоков. Ломать башкой или лучше головой. Башка какое-то некрасивое слово. Ну, вот как ты раньше добывал, да. И теперь ты можешь добывать блоки с помощью бура. Хотел сказать дрели, но пусть будет дрель. Дрель это... Пусть будет дрель, да. Хотя это бур правильно переводится. Ну и ты получил эту способность, как только сам себя только что заапгрейдил. Слушай, товарищ Маркус, я что-то слышу, кто-то идет. В общем, нет, нельзя терять время, Тетработ. Попробуй собирать блоки материи. Поправлю микрофон, простите. Блоки материи, используя голову или твой бур. Не, или твою дрель. Во. А дрель как-то красивее звучит. Ну и, соответственно, space to jump, F to drill. Понятно, это управление. Тут есть еще одна апгрейд-машина. Чтобы активировать, тебе нужно три блока земли и песка. Ой, земли и песка. Дерево и песка. В общем, прыгни туда, и мы с тобой созвонимся снова. Удачи, Тетработ, да. А, да, вот, кстати, такой интересный бур. И он активируется кнопкой бегалки. Это тоже очень продумано, чтобы не... Ну, как бы не засорять клавиатуру, как говорится, чтобы не было отдельной кнопки бега, а была вот кнопка бура. И это, мне кажется, красивое решение. А вон те блоки мы не соберем никак. Никогда. Кстати, мы сейчас попробуем... А, нет, мы не попробуем. В общем, мы этот уровень пройти идеально не сможем, и даже собрать вот этот вот сундучок. Не сможем. Опять тавтология, повтор и все остальное. Речевая ошибка и так далее, да. Чтобы пройти идеальный уровень, ну как вообще идеально? Ты просто за него звездочку получаешь. Кстати, обсидиан разбить нельзя. Вообще нельзя, никогда нельзя. И в той игре нельзя, и здесь. Причем никогда не будет это нельзя делать. Да, чтобы собрать, чтобы пройти уровень со звездочкой или идеально пройти, необходимо... Да, песок падает. Необходимо... Фу, я уж в смысле сбился. Собрать как можно больше блоков. Причем, если ты соберешь максимальное количество блоков, которые ты сможешь собрать на этом уровне, то... то вот тебе звезду дадут. А если ты соберешь даже вообще больше, тебе дадут зеленую звездочку, но это редко удается. Есть, по-моему, даже ачивка такая. Это можно в одном уровне сделать, мы его потом увидим. Хорошая работа, этот робот. Собирательство. В общем, когда собираешь блоки, это интересно, правда? Но теперь это становится еще интересней.
Потому что новый апгрейд дает тебе эти блоки перерабатывать. Ну, перерабатывать плохое слово, но, в общем, из них мы можем строить какие-то формы, как, ну, как в Майнкрафте, короче. Только тут уже определенные правила. Тут домик из грязи, к сожалению, не построить. Во-первых, потому что здесь нет такого блока. А переключись в режим, ну, не мозаики. В общем, переключись в строительный режим, хотя это тоже не так переводится, ну ладно. А, и я обнесу тебе остальную часть. Отлично, это строительный режим. Простая сетка и курсор. Тут здесь есть три базовых правила, которые ты должен запомнить в науке строительства. Правило первое. Устанавливаю блоки с помощью пробела, ну и с помощью кнопки W отменяй последние действия. Правило второе. Блок должен быть присоединен к другому блоку. Это может быть блок земли, ну и солид, как сказать. В общем, вот та земля, которую мы строим, которую разрушить нельзя, рельеф, короче, во, рельеф. Это может быть рельеф, стены, ну вот это и есть, кстати, рельеф там, крыши или другой блок материи, земли, да, земли. Если ты хочешь узнать, куда ты можешь положить блок, просто посмотри на курсор. Зеленый означает, что ты можешь его установить, ну и красный, соответственно, нет. И последнее, третье правило, самое важное. Ты можешь поставить одновременно лишь 4 блока, ни больше, ни меньше. Это потому, что ты запрограммирован, используя физику Пожитного. Я еще раз говорю, Пожитнов, Алексей Пожитнов. Вот, кстати, тот персонаж, который с нами разговаривает, это, в принципе, есть Алексей Пожитнов, по сути-то, да. Ну, такой реальный человек существует, Тетрис изобрел. В общем, ты можешь создавать фигуры, которые называются тетрамино. Кто не знает, что такое тетрамино, сейчас скажу. Simple yet efficient, говорит Маркус. Просто, но мощно. Просто, но мощно. Ты можешь, в общем, в углах экрана тебе даются подсказки под управлением, если ты страдаешь склерозом. Да. Да, это так. В общем, сделай это прямо сейчас. Создай тетрамино, используй 4 блока в строительном режиме и прыгай по ним, чтобы зайти в портал слева. В общем, создай тетрамино из 4 блоков, а потом выйди из режима. Что-то я хочу сразу выйти из режима. И вот те фигуры, которые у нас внизу, я только что-то сейчас заметил. Вот ни в одном прохождении я не замечал, а вот именно сейчас заметил. Вот это вот фигуры из булыжника, те, что внизу, это как бы вот эти тетрамино есть. Это, кстати, из Тетриса тетрамино. И вот тетрамино — это как раз фигурки из Тетриса. Соответственно, мы можем сделать вот такое тетрамино, ну, любой формы, не обязательно такой, как внизу, такой формы, ну, соответственно, их переворачивать, да, просто кубик тупо сделать. И что там еще было? Такую фигню. Ох, ё, я это сделал, но... Есть более эффективный способ.
Ну, такой, например. Создать тетрамино, потом половину блоков просто забрать. Вот. Собственно, почему 4 и вообще, что это за нафиг правило? Это потому что Тетрис. Это потому что Тетрис, Тетрис это классика. Да, это вообще игра большущая отсылка к Тетрису и к Майнкрафту, соответственно. Собственно, при чем был тут Алексей Маркус, да. Алексей, как ты думаешь, насколько долгим был портальный прыжок? В общем, судя по моим данным, расстояние было плюс-минус 100 метров. В смысле, 100 метров, более-менее 100 метров. Не, надо как-то нормально сказать, типа 100 метров, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. А, нет, 100 метров плюс-минус, да, вот так вот. А, ну, это как бы перемещение не... как бы можно им пренебречь. Во. А, окей, так вот, план таков. Кажется, мы... Как сказать-то? В общем, мы... киднеп. В общем, нас заточили в тюрьму, хотя это не тюрьма, нифига. В общем, нас взяли под арест 4 километра севернее города. Кстати, 4 километра. Мы каждый уровень... У нас всего 40 уровней, и мы за эти 40 уровней проходим 4 километра. Соответственно, на каждый уровень у нас... Каждый уровень, проходя через портал, это 100 метров. То есть, да, как-то вот так. Я только сейчас заметил. Вот чем хорош геймни, я на нем рассуждаю, открываю что-то новое. А, well, не well, а we will. А, мы создадим как можно больше порталов, именно столько, сколько понадобится, чтобы соединить нас от этой работы. Я думаю, их Wi-Fi... В общем, их Wi-Fi не настолько мощный, чтобы создавать порталы настолько далеко. Wi-Fi, да. Роутер, точка доступа, как хотите, Wi-Fi. А, слушай, этот робот, сигнал слишком слабый, чтобы мы...